Это было хорошо, конечно, это была мечта, как я начал хоккей. Это очень приятно быть с ними. Да, у меня мама и родители здесь, и бабушки, и девочки, они классные здесь. И было бы, да, классно было. Я никогда не был там, но будет классно, и посмотрим, как будет приятно там. Было классно, посмотрим, как они, я не даже чтобы с ними поговорить чуть-чуть, и будет классно там посмотреть что. Буду готовиться, кататься, и буду пытаться самым лучшим там быть, и все хорошо, классно было.